Урбан. Программа о городских проектах. Среда. Действительно, программа Урбан. Студия Дарья Топузлиева и Светлана Занько. Партнер программы – компания «Куприт». Ну вот, собственно говоря, компания «Куприт» и Общественная палата Кировской области инициировала практически, или подсказала нам сегодняшнюю тему. Завтра, 28 июня, в библиотеке имени Герцена в 3 часа дня пройдет дискуссионная площадка «Что мы будем делать с мусором» в рамках проекта «Так-то да». И мы сегодня в преддверии этой дискуссионной площадки хотим пообщаться со слушателем 201-101. У нас прямой эфир, и с нашими экспертами для того, чтобы обозначить те проблемы, которые завтра предлагаются к дискуссии или не предлагаются, потому что у нас есть список докладов, но лежат там на поверхности, и наши гости считают, что их необходимо озвучить. И мы сейчас говорим с Андреем Усенко, членом Общественной палаты Российской Федерации от Кировской области. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день, коллеги. Ну, собственно, это ваша инициатива практически привести сюда площадку. Скажи, что не так сначала это была история, да? А потом ответить на это так-то да. Так-то да. И Роман Титов, вице-спикер ОЗС Кировской области. Роман Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Только, наверное, в этом круглом столе и в его организации я буду принимать участие не как вице-спикер, а как сопредседатель Общероссийского народного фронта в Кировской области, потому что именно на этой площадке мы в основном занимаемся проблематикой, которая завтра на круглом столе будет обсуждаться. Значит, я даже сейчас скажу, что 201-101 номер телефона прямого эфира для того, чтобы вы сами обозначили возможные вопросы, которые возникают сейчас, когда мусорная реформа, как называют ее в СМИ, уже вступает в силу. 201-101, ну и у нас есть еще опрос. Да, у нас есть опрос в нашей группе во ВКонтакте, чтобы мусорная реформа в регионе не была успешной, нужно. И тут четыре варианта ответа у нас. Найти инвесторов для строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов. Построить несколько современных полигонов ТКО. Увеличить тариф на вывоз мусора. Либо повысить экологическую сознательность граждан и приучить их сортировать отходы. На самом деле у нас была еще одна идея для опроса. Это спросить у людей, за что они, собственно, готовы платить повышенный тариф. Но решили остановить выбор на этом, но вы можете позвонить и сказать, за что вы готовы платить. Да, озвучь, пожалуйста, предварительные итоги опросов, потому что я знаю, что много уже. Да, уже 232 человека проголосовало, большинство пока почти 60% за первый вариант найти инвесторов для строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов. Но на самом деле люди предлагают еще варианты, но я думаю, мы потом по ходу программы их уже озвучим. Может, сразу комментарий по ходу? Да, обязательно. Вот смотрите. Найти Роман инвестора. Титов. Да, все правильно, все здорово. Инвестор находится, инвестор строит. Как он будет компенсировать эти затраты? Он их будет компенсировать через тариф. Тариф на, с учетом инвестиционной составляющей, он будет от высокого до очень высокого. Поэтому вот этот путь сам по себе, он достаточно опасный. Инвесторы найдутся. И есть такие инвесторы, которые готовы строить, но они готовы строить на свои деньги, которые они будут отбивать за счет населения. Поэтому я бы все остальные варианты, которые обсуждаются, они не исключают один другого и точно не могут быть реализованы вот по отдельности. Еще что важно, там вот инвесторы разные бывают. Хорошо, если инвестор будет орган государственной власти, тогда это в тариф составляющий не пойдет. Это могут быть либо федеральные деньги, либо сегодня на самом деле, знаете, беда в чем? Мы говорим, у нас нет денег в бюджете на то, чтобы, к примеру, строить какие-то объекты. У нас же ни один полигон муниципальный не модернизируется. Деньги есть. У нас второй год собираются средства плат за негативное воздействие, которые идут в первую очередь только 5% в федеральный бюджет. Они идут в бюджет региональный и бюджет муниципальный. Спросите меня, сколько этих денег потрачено на модернизацию полигонов, на строительство сортировок. Вообще на любые экологические проекты, на любые. Примерно 0 рублей, 0 копеек. Да. Суммы для понимания в год – это порядка 90 миллионов рублей по Кировской области. Это собирается. Собирается. Это каждый год можно строить в 5 районах мусоросортировочные станции, которые не будут ложиться в тариф. Это будут муниципальные объекты, они будут получать там деньги там, за захоронение, там, за какие-то за переработку. Куда уходят? На решение текущих проблем муниципальных образований Кировской области деньги не окрашены. Мы поэтому пытаемся через Государственную Думу достучаться и окрасить эти деньги в бюджете. Потому что это можно сделать и на местном уровне. Суммы реально приличные. И это можно было бы строить объекты год назад и в этом году. А региональным законодательством нельзя это урегулировать? Можно. Можно. Для этого нужно волевое решение
регионального правительства, и эти деньги просто целевым образом тратить только на строительство объектов. Ну вот теперь все-таки к вам, как представителю УЗС, придется обратиться, Роман Альбертович. То есть, а УЗС может инициировать принятие такого закона в Кировской области? Это не закон, это уровень подзаконного акта. Здесь в силу того, что федеральное законодательство не предусматривает ограничений на использование этих средств, мы не можем их ограничить. Два пути – это изменение федерального законодательства. Мы по этому пути движемся, в том числе через взаимодействие с профильным комитетом. И мы движемся в направлении, будем, наверное, завтра даже эту тему поднимать, региональное правительство может само эти деньги окрасить. А момент такой? Завтра будет заседание УЗС? Нет, это на нашем... На площадке? На площадке, а да. Заседание УЗС будет в четверг? Да. Вы там будете поднимать этот вопрос? Нет. Нет. Собственно, завтра как четверг. Да. А как эти деньги, вот эти, ну, условные 90 миллионов, будут соотноситься с региональным оператором Купритом? Ну, то есть, если мы, например, на региональном уровне эти деньги заложим конкретно на эти цели, они будут напрямую уходить Куприту? Или они это вообще будет... никоим образом не будут уходить Куприту. Куприт будет платить муниципальным образованиям за использование этих объектов, просто с учетом того, что инвестсоставляющей в тарифах не будет, это же государственные деньги, если население не собирает, то плата для населения, тариф, он будет снижен. Это один из путей снижения тарифа, который мы обсуждаем по линии ОНЭ, в том числе с федеральными коллегами. Поскольку, на наш взгляд, вот на настоящий момент, если кратко говорить, там две проблемы мусорной реформы в Кировской области, они связаны между собой. Это проблема территориальной схемы, где какие объекты будут построены и что это за класс объектов. Раз. Второе, определяемое первым, это тариф. То есть, если мы видим, что у нас законодательством, кстати, в том числе Кировской области, определен приоритет утилизации перед уничтожением, уничтожение перед захоронением, открываем территориальную схему, мы что видим? У нас нету объектов уничтожения. Нет объектов утилизации. У нас схема чисто полигонная. То есть фактически мы эти полигоны строим, а потом через 10 лет, когда они закончатся, мы будем собирать еще раз деньги на их рекультивацию, а это сотни миллионов рублей в масштабах области. Ни одного объекта уничтожения у нас не предусмотрено. Такие объекты, они просто уместны даже на севере области. Там одна из проблем, которую мы с коллегами из зоны выявили, в терросхеме это, ну, сразу видно, москвичи готовили, да, потому что по карте дорога у нас из-под Осиновца через Лузу Опарин, из-под Осиновца через Опарина в Киров есть, как бы, а так-то ее нет. Но 328 километров предлагается по территориальной модели, по электронной схеме возить мусор вот оттуда, из головы нашего вятского петуха, то есть из отдаленных районов. Там должен быть объект уничтожения, ничего возить оттуда не надо. На месте надо все утилизировать и уничтожать, и тогда тариф будет ниже. Почему-то про тариф никто не думает. Ну, наверное, слишком много говорю, наверное, тут Андрею Леонидовичу надо, наверное, слово передать. Вот мы уже увидели, как могут происходить завтрашние дискуссии, как минимум, да, как пойдет подача и как они будут отыгрываться. Так вот, все-таки, Роман, вы завтра будете, да, на этой площадке? Я не могу на ней не быть. Да, вы завтра будете на этой площадке. На этой площадке будет достаточно представительная компания. И завтра там же будет губернатор Кировской области. Правильно я понимаю? Да. Вот расскажите нам, пожалуйста, Андрей Леонидович, как это все будет происходить? Вот, положим, Роман Альбертович высказал, еще по тарифу еще не поговорили, достаточно цифры не привели, они будут приведены. Высказал от лица ОНФ серьезные не претензии, а вопросы, да, поставил. Дальше передается кому-то слово, или мы просто выслушиваем друг друга доклады друг друга, и будет ли какая-то дискуссия вообще в принципе? Ну, смотрите, дело в том, что это дискуссионный клуб, по своей форме, по своему содержанию. Именно так он и был задуман, именно так он и будет завтра реализован там, и воплощен. А, там, идеология, собственно говоря, концепция клуба состоит в том, чтобы на те вопросы, которые у общественных объединений, у некоммерческих организаций, у гражданских активистов возникают, были получены прямые там, ответы от непосредственного руководства региона. Вот, собственно говоря, концепция клуба именно в этом. Поэтому завтра мы постараемся минимизировать время выступлений органов власти. Это была наша принципиальная позиция. Там в программе из 3 часов на них запланировано всего лишь полчаса для того, чтобы, скажем так, определить понятийный аппарат, там, да, общую информацию дать, чтобы было понятно, о чем мы дальше разговариваем.
А дальше запланировано ряд выступлений тех общественников, тех активистов, которые изъявили это желание заранее. И, собственно говоря, после каждого из этих выступлений, в случае наличия прямых вопросов или прямых предложений, предполагается комментарий либо непосредственно губернатора, либо профильного руководителя, там, профильного органа власти. Ну, я, кстати, Романа Титова не вижу в списке. Я вижу себя в конце. Там есть отдельное местечко для выступлений. Участников круглого стола и обмен мнениями. Да, вот в обмене мнений я и буду выступать, поскольку внимательно послушаю, но резюме у меня определенное есть. И предложение по резюмированию, которое будет касаться в том числе всех активных граждан, которые примут участие, я озвучу. Хорошо, мы сейчас прервемся на полминуты и продолжим рассказ о предстоящей завтра дискуссионной площадке «Что мы будем делать с мусором?» 211-101, у нас прямой эфир, можете подключаться. Урбан. Программа о городских проектах. Дарья Топузлеева и Светлана Занько, ведущие программы. Андрей Усенко, член Общественной палаты Российской Федерации от Кировской области. Роман Титов, представитель ОНФ. В Кирове вице-спикер ОЗС Кировской области. Мы рассказываем о предстоящей завтра дискуссионной площадке «Что мы будем делать с мусором?». Напоминаю, что с 15 до 18 часов в библиотеке имени Герцена пройдет эта площадка. Кстати, это очень важно, насколько открытая, насколько закрытая она будет. Вот списки участников достаточно большие. Зал в Герценке привычный. Обычный, да, вот в старом корпусе, не слишком большой, хотя там есть балконы, ну, можно болельщиков туда, конечно. Один из самых больших в городе. Да, а это открытая площадка, туда могут люди прийти без регистрации? Площадка открытая, никаких ограничений по доступу не будет, это, опять же, там принципиальная наша позиция, но я бы все-таки попросил, скажем так, сообщить о своем намерении принять участие в данном мероприятии в Общественную палату региона, для того, чтобы мы могли, ну, все-таки там дать оценку тому ожидаемому количеству участников, которые там планируется, чтобы не было ситуации, когда у нас там не все желающие войдут. Я буду искренне рад, если там гражданская общественная активность будет проявлена именно таким образом, и надеюсь на это, и мы, собственно говоря, ведем информационную работу об этом мероприятии именно с этой целью. Но с точки зрения выступления точно надо проинформировать, чтобы мы могли это спланировать, и несмотря на продолжительное время, которое будет проходить этот клуб, 3 часа, все желающие выступить могли бы это сделать, и про намерение участвовать я бы тоже попросил просто сообщить. Это можно сделать на сайте Общественной палаты Кировской области, АПКО-43. В анонсах есть ссылка на круглый стол. И здесь же можно написать свою заявку, оставив свой телефон. Или позвонить по телефону 64-54-30 и сказать о том, что вы хотите принять участие в завтрашней дискуссионной площадке. Мне просто кажется, что, к сожалению, у нас активность начинает проявляться только тогда, когда приходит вот уже бумажка с каким-то новым тарифом, то есть также было с фондом капитального ремонта. Сколько мы эту проблему освещали, она никого особо не интересовала. А потом, когда начали приходить платежки, люди начали звонить и говорить: СМИ, вы все замалчиваете. И тут вот точно такая же ситуация, поэтому, слушатели, не упускайте эту возможность. Приходите, обсуждайте это сейчас, а по поводу цифр, вот Роман Титов за эфиром нам озвучивал достаточно интересные цифры. По тарифам? Да. Ну, подожди, сейчас мы к тарифам как раз переберемся. Я про информационную работу хотела бы сказать, потому что это будет, собственно, тема моего завтрашнего выступления. На самом деле и региональный оператор там в лице Куприт, и Министерство экологии пытаются размещать информацию по поводу новой мусорной реформы. И надо сказать, что ведь эта самая реформа, она была отсрочена, она должна была вступить в действие уже с 2017 года. Вы помните, да, коллеги, что разрабатывалась она там с 2015 года, с 2017 она должна была вступить в действие, потом перенесли сроки на 2 года. Не просто перенесли, а на форуме ОНФ просили активисты ОНФ президента перенести эту реформу, потому что сегодня-то мы, мягко говоря, не готовы, а 2 года назад мы были не готовы. Готовы от слова «вообще». Совершенно верно. Совершенно верно. До сих пор люди точно не разбираются в территориальной схеме, которая была обозначена, совершенно непонятно. И вот, честно говоря, я могла бы здесь отметить следующее, что хорошо, когда мы пишем материалы о том, что вот мусорная реформа направлена на то, чтобы, значит, у нас изменилась структура обращения с отходами, чтобы мы не зарастали этими кучами свалок, чтобы началась сортировка, переработка, рабочие места, бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Но люди задают очень простые вопросы. Куда батарейки?
куда макулатура, а как действительно уменьшить тариф, а можно ли с этим что-то делать вообще. Вот я сортирую, сосед не сортирует, почему мы платим одинаково. Угу. Вот на это на эти вопросы ответов рекоператор не дает, а он уже нас обозначил. Я боюсь, свет на предыдущие тоже не дает. Это компания Куприт. Нет, ну просто я просто вот в этом отношении призвала бы всех, кто отвечает за это дело, перестать печатать там такие публичные интервью с красивой фотографией и рассказывать о том, что мы должны все нести ответственность, а отвечать просто на конкретные бытовые вопросы. Но вот здесь спасибо, я должна просто про это сказать. Это спасибо Куприту, который пока несколько месяцев поддерживал программу «Урбан», потому что на это направлено. Мы беседуем с экспертами, беседуем со слушателем, чтобы простые, прикладные вещи обсуждать. Надеюсь, не перестанет после сегодняшнего эфира. Перестанет с июля месяца, уже это точно ясно. И это жаль, но бог с ним. Мы-то свои программы не прекратим. Итак, давайте поговорим о тарифе, потому что это очень важно. Мы буквально вчера говорили, упоминали тариф. Позавчера в каждой программе особое мнение. Мы на протяжении там уже скоро года говорим об этих тарифах. И настолько разные по этому поводу высказывается мнение. Вот единственная там цифра, которая запечатлелась в мозгу, две. Это что с июля мы будем платить не 40, там, а 80 рублей, поскольку увеличилась плата за отрицательное влияние на экологию там, да, предприятий промышленных, что-то вот это вот. А с 1 января 2019 года в Кирове мы будем платить что-то в районе 150 рублей с каждого человека. Вот это все, что осталось в голове. Ну, это, я так понимаю, максимальный возможный тариф или нет? Значит, смотрите. За тарифы сколько мы платим сегодня? Давайте переведем в силу того, что тариф будет подушевой, а сегодня он, грубо говоря, покубовый и завернутый еще и в плату за содержание общего имущества в квартирном доме. Давайте переведем, ну, перейдем к некому абсолютному показателю. Я предлагаю выбрать стоимость кубического метра мусора. Человек в год образует 1,7 плюс-минус этого куба плотного. Значит, сколько мы платили? Да, значит, до фактически до недавнего времени мы платили в Кировской области в среднем 200 рублей с кубического метра. Вот у меня табличка. Мы там в рамках УНЭ сделали анализ. Причем в Кирове платили... цифра абсолютно верная. 19 рублей 26 копеек за куб. Платим сегодня уже там существенно выше. Там, за счет этого выросли тарифы на содержание. Платить в будущем мы будем существенно выше. Почему выше? Будет утверждаться тариф, кстати, завтра тоже знаменательный день. Завтра, видимо, Куприт подаст на тариф региональную службу по тарифам. И региональная служба будет анализировать структуру тарифа, прочее, прочее, прочее. Конкурсной документацией по отбору рекоператора тариф прогнозируется предельный, да, на уровне 1078 рублей с куба за НДС. 200 рублей и 1078, да, или там 900 рублей с копейками без НДС. Рост кратный. За счет чего это обосновывают? За счет того, что область большая, население мало, за счет того, что ничего у нас не модернизировало, все объекты инфраструктуры изношены, а надо строить новые объекты, и поэтому вот у нас будет такой тариф. Вот анализируем с коллегами, в том числе из Федерального центра общественного мониторинга УНФ, тарифы, уже утвержденные других региональных операторов. Так, интересно. Давайте сравним, что в Кирове, что в других регионах Краснодар, России. Краснодар, мусороуборочная компания. Ну, не буду называть название компании. 429 рублей. Карелия, 538. Анадырская транспортная компания. Чукотка, 777. Астрахань, 549. Астрахань еще второй оператор в некоторых регионах. И это правильно. Есть несколько рекоператоров с разным уровнем тарифа, поскольку везде разный уровень наличия полигонов, инфраструктуры. Вот второй оператор 359, Спецтранс-Камчатка 445 и т.д. и т.п. Тот тариф у нас еще раз? Предельно максимальный. У нас пока тарифа нет. Но он может быть установлен на уровне до 1078 рублей. Мы не знаем, что Куприт будет заявлять? Мы не знаем. 1078 рублей – это предельный уровень, который может быть установлен в Кировской области. И на минуточку, Камчатка – 777. Чукотка. Чукотка – 777 рублей. Да, ну, высокий тариф там выше 900 рублей. Есть Вилючинский округ на Камчатке, это где база подводных лодок, откуда весь мусор вывозят в силу того, что нам сейчас нельзя там тундру загаживать и вывозят на большую землю. На кораблях перевозят. На кораблях, на кораблях, да, перевозят мусор. Поэтому просто мониторя по поручению президента ход реализации мусорной реформы, мы внимательно в рамках Народного фронта, федеральных коллег, ждем первых цифр по тарифам. Узнаю, я думаю, пораньше, поскольку я в экспертной комиссии РСТ, и в случае, если рост тарифа будет, ну, вызывать вопросы,
собственно говоря, будем реагировать. Разные уровни реагирования могут быть. Есть предложение по регулированию этого тарифа, по его снижению, но для этого надо вносить изменения в территориальную схему, которая на минуточку должна быть и так изменена, поскольку накануне Нового года вступили изменения в законодательство, и терросхемы должны быть приведены в соответствии с этими изменениями. Хороший повод выслушать те мнения, которые уже мы направили в письменном виде в Министерство экологии, а это от федерального ОНФ, анализ Центра общественного мониторинга, 5 пунктов. И дополнительно по новой уже терросхеме, проект, который имеется, так, 12 пунктов. То есть это предложение в том числе по снижению тарифа путем пересмотра территориальной схемы. А деньги-то уже заплачены за терросхему? За электронную модель, да, за терросхему нет. Она разрабатывается усилиями Министерства экологии. Ага. И в течение этого года она еще может быть доработана? И должна быть доработана. И она не может не быть доработана, даже вот так скажу. Ну, коллеги, я бы все-таки предложил, скажем так, говорить не только об абсолютной величине тарифа, да, но и о том, что собственно говоря, в нем заключается. Очень важно, то есть, да. За что мы, собственно говоря, там будем платить эти деньги, потому что мы с вами понимаем, что есть цена, есть ценность, да, там разные понятия, и вот, собственно говоря, там завтра мы договорились на заседании там, дискуссионного клуба в большей степени говорить о том, за что мы планируем, вернее, за что мы будем платить эти деньги, а не ту абсолютную цифру, которой на данный момент, к сожалению, нет. Мы оперируем там максимально возможной цифрой, да, будет ли она таковой, сложно предположить. Надеюсь, что совместно усилиями там, всех заинтересованных сторон, в том числе и действиями ОНФ, и в том числе тем, что завтра будет высказано на дискуссионном клубе, мы, собственно говоря, дадим понять там, уполномоченным органам власти и РСТ там, отношение общества и населения к этому вопросу. И это будет принято во внимание при, собственно говоря, там, рассмотрении. Ну, я должна обязательно отметить, что кроме того, что там будет, естественно, там будет выступление чиновников ответственных, там будет и Алла Викторовна Албегова, министр охраны окружающей среды, и Игорь Редькин, министр энергетики и ЖКХ, и там будет Ирина Торопов, генеральный директор Куприт, который планировал с нами выйти на связь сегодня в эфире, но у них прямо сейчас идут переговоры, насколько я понимаю, с компанией Volvo, видимо, по закупке техники, возможно, да? Рано закупать начали, тариф еще не утвержден. Вот они, может, не начали. Они, может, не начали, может быть, они только присматриваются, да? И потом есть другая работа, которая не связана с работой там, регионального оператора. Там будет и Альбина Дударева, председатель комиссии по экологии, окружающей среды, Общественной палаты Российской Федерации. Да, на ее выступление я хотел бы обратить внимание, потому что Альбина Евгеньевна имеет очень большую, собственно говоря, там, практику и знания относительно ситуации в регионах нашей страны. И мы здесь ее попросим, скажем так, дать оценку более объективный такой взгляд со стороны, с точки зрения происходящих у нас процессов, ну и дать там комментарии, предложения, возможно, там экспертные по той ситуации, которая у нас складывается с точки зрения ее оптимизации, опять же. А Альбине Евгеньевне заранее были какие-то материалы посланы по ситуации? Да, она проинформирована о том, в каком состоянии, собственно говоря, эта ситуация у нас здесь, по территориальной схеме, по там, единственному оператору. У нее есть свое мнение по этому поводу, основанное, так скажем, на анализе происходящего в других регионах. Поэтому для нас вот, там, важно будет посмотреть на ситуацию еще и со стороны, не только изнутри, как мы к ней относимся. А в Общественной палате Российской Федерации вообще обсуждают эту тему? Это, наверное, не только для Кировской области актуально? Ну, естественно, это, собственно говоря, там, ситуация, которая там, в едином законодательном поле там, всей страны происходит, в правовом, да, и Общественная палата России очень активно участвует в этой работе, потому что все те там, громкие достаточно ситуации, которые происходили в ряде регионов, в том числе в Московской области, все они отрабатывались Общественной палатой непосредственно там, с участием на местах, что называется. Это мусорные бунты. Говорите сейчас об этом, наверное, да, Андрей Леонидович? Были отработаны и конкретные там напряженные ситуации, и системная определенная работа велась. Были интересные проекты, реализованные Общественной палатой, например, по мониторингу вывоза мусора из Москвы. Да, ой, когда... это очень интересно. После короткого перерыва мы про мониторинг тоже поговорим. Я только буду ориентировать в течение нашей программы «Урбан» по программе наших слушателей. Итак, друзья, в 15:00 в библиотеке
имени Герцена в Большом зале библиотеки на первом этаже. Будет открытая дискуссионная площадка, что мы будем делать мусором. Сразу хочу сказать, что все приветственные слова закончатся за 10 минут. То есть с 15 до 15.10 приветственные слова там будет Усенко, Васильев, Тудорева и Галицких. Так, дальше пошли доклады. Начнет Алла Албегова, министр охраны окружающей среды в 15.10. На всех чиновников полчаса. На всех чиновников полчаса уйдет. И дальше шикарный совершенно забойный такой доклад. Мрак и хаос, обращение с твердыми коммунальными отходами накануне больших перемен. Сергей Алтабаев, председатель региональной общественной организации ЧПЕЦ-КРУ. И вот там понеслась, что называется. Но мы продолжим обсуждение завтрашней, анонсирование завтрашней площадки через полторы минуты. Урбан. Программа о городских проектах. Светлана Занько, Дарья Пузлева, программа «Урбан». Сегодня обсуждаем завтрашний, анонсируем завтрашний дискуссионный клуб, программа «Круглого стола», что мы будем делать с мусором. В гостях у нас Андрей Усенко, член Общественной палаты Российской Федерации от Кировской области, и Роман Титов, вице-спикер ОЗС Кировской области. Но сегодня он попросил представлять себя как... Да я как двуглавый орел в двух постасях. ОНФ. Да, да, представитель ОНФ. Итак, еще раз, завтра в Герценке с 15 до 18 пройдет дискуссионная площадка. Я вот тут не вижу кофе-брейков, Андрей Леонидович. Как мы живы тобой после таких жарких дискуссий в течение трех часов. Мне кажется, водичку, до шести-то не уложитесь. Хоть водичку поставьте, да, сок апельсиновый не надо. Ну, опять же, мы по продолжительности принципиально договаривались, собственно говоря, с губернатором о том, чтобы это было все-таки была возможность... постараться дать слово всем неравнодушным и заинтересованным там, акторам этого процесса, да, и гражданам. Поэтому это там не час, не полтора, не два, а именно полноценных три часа там дискуссии, обсуждения. Завтра будет такая, знаете, лакмусовая бумажка. А вообще у нас власть в лице всех уполномоченных представителей, она готова слышать население, наиболее активную часть этого населения, в том числе протестную часть этого населения, которую мы сознательно вовлекли в этот процесс, или разговор не пойдет. Или будут говорить, вы не правы, потому что. Но люди не могут быть неправы во всем. Там, если итогом завтрашнего мероприятия будут реальные изменения, это хорошо. Если нет, соответственно, все участники, представляющие общественные организации, формализованные или нет, они все равно будут работать в этом направлении, только уже иными, может быть, не столь конструктивными методами. Ну да, вне дискуссионного поля, так скажем. Я помню с круглого стола с губернатором, когда он встречался с прессой, и как раз на этом круглом столе это завтрак такой, пресс-завтрак был с губернатором, и Ильей Шульгиным, сити-менеджером города Кирова, как раз задавался вопрос по полигону и задавался вопрос по мусоросортировке, мусоросжиганию. Я помню этот жест Ильи Вячеславовича, который сказал «в России», и он так показал, значит, свою ладонь развернутую, по пальцам одной руки сосчитать инвесторов, которые готовы вкладываться в заводы по мусоросортировке и мусоросжиганию. По пальцам одной руки. Это первое. А второе, когда мы читаем то, что заложено в реформу обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации, мы видим следующую формулировку. Затраты на реализацию программы варьируются. Там цифры названы, все стратегии предполагают финансирование. Преимущественно за счет внебюджетных средств. Намек очень там прямой на то, что должны привлекаться средства инвесторов. И вот про инвесторов, несмотря на то, что у нас голосование сейчас ВКонтакте, все, ну, там, большая часть, да, говорит, что нужно привлекать инвесторов для строительства этих заводов, об этом речь вообще никак не ведется. Вот сейчас, Роман... С одной стороны, это вроде бы самое логичное, это понимают даже вот обычные люди. Это людям кажется, коллеги, может быть, не очень логично. Им кажется, что они понимают, потому что у них создается впечатление, что придет там богатый олигарх, построит завод и, собственно говоря, там и на этом все закончится. Но там, мы начали с вами с того, что бизнес будет инвестировать только в том случае, если будет видеть перспективы возврата этих денег. Ну, это правильно, наверное, возврат, нет? Ну, это правильно. Это единственное возможное решение. Да? Это же не благотворительность, это бизнес. Мне кажется, люди это понимают. Я думаю, что не все понимают, что потом... Что у них в кошельке от этого убавится. То есть сначала кто-то придет и выложит там несколько миллиардов рублей, но потом большее количество миллиардов рублей, с учетом, собственно говоря, там, дохода на инвестиции, будут постепенно изъяты из кошельков тех самых граждан. И здесь выбор технологий в том числе стоит. Есть, то есть инвесторов, которые готовы строить заводы компании японской, там, которая сейчас под Москвой стоит, их там действительно 5, там, наверное, во всей России. Но инвесторов, которые готовы строить объекты малые,
существенно больше. В марте я общался с представителями серьезной немецкой компании. В 70 странах она построила уже объекты, в том числе в соседней Беларуси. Это небольшие цементные заводы, где в цементных печах уничтожаются отсортированный мусор, и эта вот крошка, которая остается, она идет на асфальтобетон, на дорожное покрытие. Сразу переработка. Стоимость там порядка, 20 миллионов рублей. То есть это не 1,5 миллиарда подмосковный завод. Это небольшой объект, который способен решать сразу несколько проблем и уничтожение мусора, и производство асфальтобетона, который нам нужен в ряде районов. Вопрос ведь в том, что в терросхеме, если этот объект предусмотрен, он может быть построен. Но если там на сегодняшний момент нету ни одного этого объекта, значит, их быть не может. А их там нет. А их там нет. 211-101, телефон прямого эфира. Звоните, высказывайте, за что вы готовы платить дополнительные повышенные деньги. Вот у меня вопрос такой. Я все равно тоже не разобралась с нашим территориальным оператором. Во-первых, я так и не поняла, почему действительно, вот сейчас, Роман, вы приводили цифры, приводили факты, что в некоторых регионах несколько территориальных операторов. У нас вообще конкурса не было. Никто не заявился, никто не проявляет интерес. Когда я не вижу, что проявляет интерес там компании в большом количестве, у меня такое ощущение, что какой-то точно есть изъян, раз не заявляются, значит, они не верят в будущее, не верят в стабильность, не понимают, как будут складываться расходы, доходы и прочее. Это первое. Ну и второе, вот эти деньги, то есть что будет получать Куприт, как он будет финансировать свою деятельность, сразу кому он что-то будет передавать, вообще непонятно. Как работает территориальный оператор? В предыдущем вопросе говорили инвестор. Вот давайте четко понимать, Куприт вообще инвестором не является. Финансовые показатели Куприта в 2016 году, это последняя доступная годовая отчетность, прибыль 20 миллионов рублей. Только на приобретение мусорных контейнеров для того, чтобы обеспечить охват населения в Кировской области, надо 700 миллионов рублей. Это без учета оборудования контейнерных площадок, это полномочия органов местного самоуправления, это еще примерно 700 миллионов рублей. И это тоже в терросхеме, да? Конечно, вот каждая площадка у нас в терросхеме должна быть, в каждой деревне, где этого нет. То есть в итоге у нас сегодня, конечно, это можно осуществлять за счет текущего сбора платежей. Как-то в этой студии озвучивали, что 12 месяцев средняя собираемость, то есть через 12 месяцев начинает сельское население платить. Вот пример по территориям, где рекоператор уже есть, собираемость средняя 38%. То есть и этих денег нет. И возникает вопрос, на который, наверное, завтра надо попросить ответ. Где региональный оператор? То есть есть уполномоченные органы власти, администрация города Кирова, которая 64% в Куприте, где они собираются брать финансовые средства на реализацию этой реформы, если мы понимаем, что из кошельков населения даже какой бы ни был тариф, мы взять не сможем просто в силу низкой собираемости. Кто тот волшебный инвестор, который даст деньги? Вот прекрасно. Я позавчера даже ехала по улице Луганской на Новый мост. Вся улица Луганская, город Киров, завалена свалками мусорными в городе. Потому что там деревянные дома стоят, видимо, которые не платят, и мусор которых не вывозится. Вот такие огромные кучи. Это вот здесь, пожалуйста, в городской черте. К тому, вот то, что вы говорили про зарабатывание, вот ответ Ирины Тороповой, которая не смогла с нами выйти на связь, но она написала, и вот что она пишет. Прочитаем, что написала нам Ирина Торопова после того, как примем звонок от слушателя. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир. Угу. Я вот о чем хотел поговорить, что давайте сначала научимся собирать чистый мусор. То есть чистые бутылки, батарейки и так далее. Вот я жил в Германии, там специальный магазин, который принимает эти чистые отходы, лампочки и так далее. И людям платят деньги. И бабушка, дедушка везут на санках и туда сдают. Почему у нас это не сделать? Потому что у нас народ моет обувь, фонтаны и велосипеды. Вот как с таким народом вообще это сделать? Вот я считаю, что вот это, с этого надо начать. Собирать чистый мусор. Да, мы как раз второй час программы «Урбан» полностью посвятим этой истории. Как меняется сознание или меняется, или что для этого делать население, да, отношение к раздельному сбору мусора и поведению собственному. Ваш вопрос обязательно обсудим. У нас даже есть тут позиция регионального оператора, который действует в Подмосковье.
в первую очередь об этом говорит региональный оператор. И просто озвучу нашим коллегам, которые сейчас здесь, Андрей Шипелов, гендиректор компании «РТ-Инвест». Он говорит, задача наладить сейчас раздельный сбор мусора по всему Подмосковью. Мы реалисты и понимаем, что столкнемся с проблемами. Взять хотя бы дома с мусоропроводами. И у их жителей всегда будет искушение выбросить мусор в мусоропровод одним пакетом, но у нас такой нет сейчас истории, по-моему, все уже они закрыты, забиты. Да. Но поэтому на первоначальном этапе мы хотим ввести, говорит тероператор, ввести за процессом сбора отходов народный контроль. Разрабатываем программу для смартфонов, с помощью которой любой житель сможет проконтролировать как соседей, так и свою управляющую компанию. И в случае нарушений правил раздельного сбора и транспортировки отходов сообщать нам об этом. Если накопим достаточное количество жалоб, будем выходить с инициативой о введении штрафов. Так построена система утилизации мусора во всех цивилизованных странах. За нарушение правил обращения с отходами надо платить, комментирует господин Шипелов, это гендиректор компании «РТ-Инвест» Подмосковье, не наша. Нас еще даже... Да, это Ростехнологии, дочка Ростехнологии, это как раз даже 4 фактически из тех 5 пальцев, которые реально инвестируют в сферу обращения с отходами. Общались и с представителями Ростех в свое время. Кировская область, к сожалению, для них реально объем не подходит. Но вот смотрите, сам пример. Оператор с самого начала выстраивает отношения с общественностью, используя механизмы общественного контроля для решения, в том числе, своих задач. Какой общественный контроль? Роман Альбертович, у нас вчера пленарное заседание было Общественной палаты Кировской области. Мы там ждали министра господина Барминова. За месяц для него собирали вопросы. И за час там до начала этого совещания он сказал, что он не может прийти. Неважно, что там в правительстве Андрея Леонидовича было. Но это уже не первый случай, когда министры и зампреды игнорируют серьезные совещания в общественной палате, где собирается как раз общественное мнение, задаются вопросы. Ну, и это тоже, кстати, может быть один из вопросов на завтрашней дискуссионной площадке. Ну, вот Виталий Брам тут у нас недавно в эфире сказал про кировчан, что все, что за пределами их квартиры, для кировчан черная дыра. Вот, наверное, для кировчан всех уровней. Кажется, черная дыра. Не факт. Стоит говорить за всех кировчан. А это мы в следующем часе как раз выясним, потому что к нам придет Анастасия. А к нам придут все те 3 человека, для которых не черная дыра? Нет. Ну, я все-таки здесь оптимистка, и мы посмотрим. Анастасия... Еще 2 у вас уже есть. Да. Анастасия Скурихина, директор фонда развития территории «Земля жизни», Ольга Мамонова, придет представитель предприятия по сбору макулатуры, который выступает за установку сборных пунктов в Кирове, Анна Шанин, интернет сообщество «Чистая Вятка». По телефону мы подключим наших коллег. Мы тут выявили, мы провели опрос в нашем офисе. У нас есть уже люди, которые ходят и сдают мусор там 2 раза в месяц на сборный пункт семьями. Причем кто-то говорит, я сама, это у меня такая позиция, кто-то говорит, жена заставляет. Но тем не менее, вот как меняется сознание, каково отношение к раздельному сбору мусора и требуется ли гражданский контроль, прежде всего над самими собой получается. Вот это предложение, которое озвучивает московский тероператор Шипелов, это вот гражданский контроль даже не столько за органами власти, сколько и за своими соседями и за самим собой. Значит, еще раз, площадка завтра с 15 до 18 в библиотеке имени Герцена, что мы будем делать с мусором, организованной Общественной палатой Кировской области совместно с Общественной палатой Российской Федерации, дискуссионный клуб «Так-то да». Мы благодарим наших участников нашего первого часа, Урбана, Андрея Усенко и Романа Титова. Продолжим через 20 минут. «Урбан». Программа о городских проектах.